Больше 15 тысяч русских солдат не вернулись с афганской войны. Около 54 тысяч были ранены. 417 человек считаются пропавшими без вести. Ровно 30 лет назад, в 1989 году, советские солдаты покинули Афганистан. У Вечного огня прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Значимая дата, да, то есть, потому что история нашей страны, силами наших воспитанников как раз подготовили здесь дефиле. А военный также митинг. На мой взгляд, дети должны это знать. Есть хорошая такая фраза, да, то есть без истории мы не можем построить будущее. Афганская война продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Военную службу в Афганистане прошли более 100 саровчан. Трое из них, Сергей Худяков, Игорь Бабичев и Евгений Пичугин, не вернулись с полей сражений. Почтить память воинов-интернационалистов пришли учащиеся школ, воспитанники патриотических клубов центров внешкольной работы, а также представители городской власти. Мы чтим память продолжателей Великой Победы, тех людей, которые выполняли интернациональный долг и с честью это сделали. Мы сегодня чтим память тех, кто погиб в той войне, наравне с теми, кто привез победу в 45-м. Мы чтим тех, кто живой, который передает вот эту память подрастающему это поколению. На холодном граните у памятника воина-интернационалиста круглый год лежат цветы. Их приносят матери, вдовы, дети и неравнодушные саровчане. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.